Эта штука убила кита. Ёбаный насос. Краса. Новейшая разработка в биомеханике. Но простым языком это водонабор. Я так и сказал. Так, хрустнул. Опасная тварь. Думал, не справлюсь. И это еще не самый сильный робот. Настоящие боевые роботы гораздо смертоноснее. Вам это известно лучше меня. Здесь нет боевых роботов. Пока нет. Но с запуском коллектива они появятся везде. И на двух таких будут установлены бета-коннекторы. Вы хоть представляете, сколько крови прольется из-за чьих-нибудь личных амбиций? Да ты достал меня этими кольцами. Вам чего всем не имется-то, кукловоды чертовы? Все. Ты доволен? Это было правильное решение, товарищ майор. Не сомневаюсь, оно спасло много жизней. Быть может, даже больше, чем я себе представляю. Надеюсь.
Твою мать, неожиданно. Почему они замерли? Процедура извлечения кодов доступа из нейрополимерной памяти Петрова прошла успешно. Боевой режим отменен, роботы вернулись в стандартное состояние. Ты молодец, сынок. Не подвел. Все, кому удалось укрыться и выжить, обязаны тебе своим спасением. Я горжусь тобой. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Что теперь? Возвращайся на борт Челомея. Пройдешь медицинское обследование и отправишься в отпуск. А мне предстоит разгрести последствия всего этого. Вас понял, Дмитрий Сергеевич. Скоро буду. Вы ничего не сказали Сеченову о Филатове? Все-таки собираетесь встретиться с ней? Хочу посмотреть на эти ее доказательства. Академику Сеченову это не понравится. А ты ему не говори. Это нам наверх, что ли? Ну хорошо, маяк. И где ее искать? Лариса! Лариса! Где-то есть-то ебучие пироги. Я никого не регистрирую поблизости. Нужно осмотреться. Должна быть тут. Вы доверяете доктору Филатовой? Я никому уже не доверяю. Но она хочет что-то важное сказать. А вот Дмитрий Сергеевич, напротив, темнит. Раньше товарищ Сеченов посвящал вас в свои планы? Не особо. Нужды и в этот раз, может, нет. Но вся эта история с Петровым. Что-то пропал, а шеф даже ухом не повел. Кругом трупы. Почему запуск коллектива так важен? Что его хотя бы из уважения к погибшим нельзя отложить или перенести? Нет таких данных, товарищ майор. Нет данных. Вот и у меня нет. За ними и идем. Сказали, что мой личный маяк вырвут из земли и прямо с Сахалина роботами увезут в Казахстан. Я подумал, что они пьяные. Но нет. Сейчас он стоит в тысячах километрах от океана, как экспонат. И я с ним как экспонат. Да, зарплата больше. Да, работы почти нет. Все машины делают. А мы с ним вместе просто служим подтверждением, что нет для человека ничего невозможного. Да вот только... Блядь, что они тут так охраняют, что кругом пушки летающие? Так, ну и что тут? Кресло да телек. Я не так себе это место представлял. А что вы представляли? Полагаю, что у этого интерьера есть какое-то назначение. Пироги, чё за хуй...
Полагаю, нештатное ускорение вызвано взломом системы доступа к лифту. Иначе доктор Филатова не смогла бы его запустить. Взлом системы? Вот и довзламывались. Кругом горы трупов. Так вот он какой, Нептун. Красиво. Прямо-таки восторг. Я бы не отказался там побывать, но даже не думаю, что творится в нем сейчас. Товарищ Сеченов просил вас явиться на Челомей. Как вы объясните свою задержку? Разберемся. Сначала с доктором поговорим. Но если вздумает бежать еще раз, пожалеет. Устроил тут кошки-мышки. Зачем мы здесь? Чего ты хочешь? Стой, Петри. Просто выслушай меня. Давай я покажу тебе ситуацию с другой стороны, а дальше сам уже решишь, как быть. Ты знаешь, как Сеченов собирается использовать коллектив 2.0? Для чего он нужен? После запуска коллектива люди будут управлять роботами силой мысли и лишаться возможности гадить друг другу из-под тишка. Подожди, соберусь с мыслями. Я тоже когда-то думала именно так. Но реальность оказалась совсем иной. Управлять можно будет не только роботами. Сеченов сможет управлять всем, что является частью коллектива. Коллектив — это колоссальное зло. Это даже хуже, чем просто рабство. Ерунда, обычная субординация. Только распространенная на виртуальную сеть. Что в этом такого ужасного? Пойдем, сам все увидишь. Веди. Ну что, готов? Отключить поляризацию. Это что еще за сумасшедший дом? Кладбище разума. Добровольцы, с которых начиналась нейросеть «Коллектив». Первые экспериментальные группы погибли полностью. 30-я сошла с ума. 73-я покончила с собой. 100-я друг с другом. 204-я – самая успешная. Все выжили. Их сознание находится в вымышленном мире. Мы называем его Лимбо. А тела тут под полным моим контролем. Хочешь им что-нибудь приказать? Зачем? Чтобы убедиться, что я не вру. Ладно, пусть встанут в одну шеренгу. Еще? Вон тот толстый пусть попрыгает, ему полезно. А только он? А пусть прыгают все. У нас же коммунистическое общество. Прыгают, мать их, все! Дикость какая. Что за дерьмо мы тут устроили? Блять. Несчастные люди. Нет. А вот тут ты не прав. С химической точки зрения они абсолютно счастливы. Это и есть коллектив. Весь мир станет таким, только в полной версии. Зачем Сеченову толпа идиотов? Хочешь сказать, что он мечтал позабавиться над миром? Все будут бегать голышом и вести себя как животные? Нет. Эффект деградации личности удалось исключить. Память, манера поведения, речь, навыки – все сохранится. Люди не смогут избежать лишь одного – полной потери свободы воли. Это надо остановить. Остановить? Виктор пытался.
Но ты ему помешал. А теперь, боюсь, уже поздно. Да твой Виктор сошел с ума и убивал людей. Он пытался убедить меня, что Сеченов обучает роботов убивать еще на этапе конструирования. Для чего? Для чего? Для чего Сеченов создал коллектив как систему управления сознанием? А эти нейроконнекторы? Сеченов хочет поработить мир. Если не понимаешь этого, прости меня, ты просто идиот! Черт! Шеф не может так поступить. Может. И поступит. В понедельник. Мне тяжело поверить в это. Я помогу тебе, что бы ты там ни задумала. Рискнешь пойти против Сеченова? После того, что ты мне показала. Да. Хочу услышать, что он скажет в ответ. Разум заперт изнутри. П1, П2, П3. Разум заперт изнутри. Человека можно починить. Чего? Что еще такое? Ты о чем? Ни о чем. Перевариваю увиденное. Почему ты мне помогла? Может, потому что мне не все равно? Да и не в тебе дело. Ну, или не совсем в тебе. Если ты работала здесь, то почему не пыталась предотвратить это? Я верила, что это будет на благо. На благо всего Союза. А когда поняла, как все на самом деле, нужно было выждать удобного момента. Мы рискнули с Виктором, и вот... чем все закончилось. Ладно, проехали. Испытуемый не выходит из лимба. Вводите нейромедиаторы, срочно! Эй, майор. Я нормально. Башка гудит в последнее время. Приступы всякие. Работа нервная, сама понимаешь. Будет не больно, солдат. Ты даже ничего не вспомнишь. Приступы. Это серьезно, но я нейрохирург, могу помочь, если все хорошо закончится. Да уж не надо. На курорт съезжу, пройдет, если все хорошо закончится. Ладно. Слушай, насчет Виктора я... Что? У тебя не было выбора? Ты не мог поступить иначе? Или, может быть, тебе жаль? Что? Мне жаль. А мне нет. Должно быть, но Виктор... там по-другому уже бы не вышло. Он... да и не совсем он это уже был. Я не хочу об этом. Да как-то мне стрёмно среди этих людей. А, ну потерпи. Скоро так будет во всем Союзе, а потом и во всем мире. Поглядишь на общество из вот таких без собственной воли. Знаешь, свобода воли не гарантирует, что человек не будет сволочью. Ты что же, оправдываешь злодеяния? Злодеяния? Какие? Если это добровольцы, то быть здесь в целом их личное дело. Меня это не касается. Это чудовищно. Так точно. Хватит. Не до болтовни. Хорошо, наслаждайся видами.
Сопротивляйся, любимый. Сопротивляйся. Твою мать, как же достал эта глючная хрень. Ты видишь цветы и пятна перед глазами? При этом нарушается восприятие окружающего мира? Да. Ты знаешь, что это за дерьмо? Это переход в лимбо. Его невозможно избежать. Как ты сорвал его? Не знаю. Меня словно зовет вон тот кусок полимера. Как большая слеза такая. Вон там над нами, видишь? Там ничего нет. Как нет, если я вижу ее прямо сейчас? Блин, уже не вижу. Это галлюцинативная реакция. Побочный эффект, вызванный перенесенной тобой операцией. Реакция поврежденного мозга на нейрополимерный имплант. Какой еще нахрен имплант? Сеченов тебе не сказал. То есть ты не знаешь, что с тобой происходит. Храс, что у меня с башкой? Ты понимаешь? Майор, я не фиксирую никаких внутренних изменений. Однако ваш полимерный расширитель «Восход» отчетливо принимает неустановленный поток данных извне. Что это за система? С кем ты говоришь? Хранитель знаний. Искусственный интеллект в полимерной перчатке. Не суть. Храс, ты о чем вообще? Храс? Да погоди ты. Храс! Какие данные? Какой расширитель «Восход»? Полимерный расширитель «Восход» разработан на основе моих опытов и опытов Димы Сеченова. Чего? Твоих опытов? Ты кто такой, что Сеченов для тебя, Дима? Товарищ майор, все непросто. Я... Храс! Да хули ты там трещишь? Че, блядь, происходит-то? Майор, в руки себя возьми! Если все, что я думаю, правда, я смогу сейчас получить доступ к архиву, там должны быть записи о тебе. Назовите имя и персональный код доступа. Да ебучие пироги. Неверное имя. Ладно, попробуй взломать. Подожди. Имя Харитон Родионович Захаров. Код Муся. Код принят. Доступ к помещению разблокирован. Храс, старина, ты там как? Молчит? Молчит. Так, а Храс, это выходит что? Не что, а кто в каком-то смысле. Если очень просто, это профессор Харитон Захаров. Охренеть, как просто. Как это, Захаров? Профессор Захаров занимался разработкой подсистем коллектива и вел исследование модуля, того, что установлено в тебе. Нам сказали, что он провел серию опытов на себе самом. Результат оказался непредсказуемым и плачевным. На себе? Он что, больной? Не был он больным. Захаров был мизантропом, его интересовала только наука. Думаю, его тело не казалось ему чем-то ценным. И когда ты поняла, что Храс — это Захаров? Да вот только что и поняла, когда он у тебя выключился. Не знала, что его сознание Сеченов сохранил в твоей перчатке. Храс. По аббревиатуре догадалась. Получается, Храс уже не человек? Просто прибор? Не знаю, получается так. С той разницей, что это прибор, основанный на логической системе и опыте одного из самых умных советских ученых. И зачем он Сеченову? Да за тем, что Сеченов никогда не выбрасывает что-то, что может пойти в дело. Ему проще все изменить под свои желания. Полагаю, ты это уже заметил. Забавно то, что, похоже, ты с ним сдружился. Ну, так. Через многое пришлось пройти. Да и я не без чувств. Живой же человек. И он? Был. Ты говоришь об этом так спокойно? Харитон Родионович для меня умер довольно давно. Я достаточно по нему выплакала. К тому же я ученый, к смерти мы относимся более спокойно, чем к затуманиванию мозгов. Как нам пройти дальше? Постоянный доступ в архив есть лишь у небольшой горстки людей. У Сеченова, у Лебедева, директор академии. И, как ты мне удачно напомнил, у Захарова. Муся, и что бы мы делали, если бы пароль не подошел? Уверена, ты бы разнес дверь голыми руками. Но он подошел, и теперь архивариус принимает меня за Харитона Родионовича. Нам очень... Здравствуйте, Харитон Родионович. Какой вопрос вас интересует сегодня? Личное дело. А
Агент П-3. В архиве найдено 42 аудиозаписи. С какой начнем? Да по барабану, в общем-то. Тогда неси любую.